теперь мы едем к маме поздравлять. Вы с нами. Мы приехали к маме. Мы приехали. Цветочки вверх держим. Так, ногой, правильно, ногой, рукой. Коп-коп. Лахтите. Здрасте. Здравствуйте. С 8 марта. Поздравляю. Поздравляем. Поздравляю. Заходите, заходите. Мы тут сейчас все, в общем, разгрузимся и будем поздравлять. Спасибо, спасибо. Нет, это пока, это пока так. А это не мне пицца. Это не тебе, да. Сейчас. Якобы мне. Да, понюхали. Да не, ничего не отдавай так. Бумаги не дарят, господи. Все. Сейчас. Сейчас. Так, чё, кому? Так, разбираем. Я ты хотел вот эти. Разбираем, что тебе дарят. Сейчас. Так, я этот раз хотела вот такой разноцветный. Потом попозже я вам расскажу цены на тюльпаны, сколько стоит, чё, всё. А цены вот эти все расскажу на цветы 8 марта в Эстонии. Так. Вася, клубника сколько стоит, кстати? 4,49 просто килограмм. 4,50, короче. 4,50. Сдерни пакетик. Ага, спасибочки. Пошли. Так, все. Все, Кристина. Вася. Мужчина. Давай. Ты мужчина. Нет, мужчина должен. Мужчина, да. Мужчина. Ну, она у тебя уже приходила и до того. Да. 8 марта. Опять 8 марта. Спасибо, Вася. Ты всегда на высоте. На высоте. Тебя не перебил, ты ни одного мужика не перебил. Да. Ты выше всех. Да. Чтоб так цветами заваливать женщин, это надо еще уметь. Сравнила, главное, посравнивала. Да. Сделала выводы. Вася молодец. Да, он сколько хорош. Сколько я его с первых дней, как помню, первый раз ко мне пришли. Пришел опять с каким-то. Да. Столько цветов в жизни не видала. Да. Как это осталось? Да. Ага. Да, очень спасибо. Такой, да, согласен. Может быть, торт. А теперь я. Нет, не надо. Теперь я, мамочка, тебе вот такой я хотела, разноцветный, вот такой всякий разноцветный, вот чтобы были. Вот, это тебе. Ой, как я люблю тебя. И вот это тебе еще тоже. А это что? Это клубника. Килограммчик клубнички тебе. Не фарш, ничего. Нет. Все, мамочка. Все, мамочка, нектаром питайтесь. Все клубнички, цветы, а фарш где? Котлеты, да. Девочки, мы вот с мамой хотели вот вас персонально, всех, персонально каждого и всех вас поздравить женским днем. Да. Я вас всех поздравляю, дорогие дамы. Всех поздравляю с праздником 8 марта. Всем желаю, конечно, что можно желать весной? Любви. Обязательно. Чтобы вы любили и чтобы вас любили. Я желаю вам здоровья, чтобы все-таки ноги двигались и все такое. Руки-ноги работали. А голова? И голова. Вася подсказывает, на что ты намекаешь. Голова предметённой, следует ей не подлежать. Короче, всех с 8 марта. Все будьте счастливы. Сегодня надо выпить. По-моему, кто-то уже вымел. Укради, но выпей хоть рюмочку. С праздником, девочки! Я еще хочу сказать тоже. Каллит я армса дамит. Ынит лентейт найстепева пухур. Совин тейле муйтуки армастост. Тервист. Я илюсат кеватет.
Хейтпюхи. Хейтпюхи кайкителе таамителе. Нортеле ja vanematele. Но куйки мейле йоле ванемет. Мы олеме кайк алати норет. Это было поздравление от мамы на эстонском языке. Да. Девочки, всех с праздником. Всех с праздником. Все прекрасно. Мы будем скоро в стриме. Так что ждите нас. Вот этого не знала даже я. Да. Это не подготовлено. Мои поздравления своим девочкам, моей любимой доченьке. Спасибо. И Кристиночке. Кристиуша. Тебя тоже я поздравляю с 8 марта. Спасибо, спасибо. Ой, девочки, хорошо-то как? А еще, а как-то говорят. А когда хорошо еще, а лучше. А Вася, ты знаешь. Жить это хорошо, лучше? А хорошо жить еще лучше. Это другое, ну почти. Ну почти, короче. А что, надо выпить, да? А теперь, как мама сказала. А теперь мы включаем не... камеру, да, и извините. До свидос. Остальное при закрытых, да, дверях. Да, понимаете, это такое дело. О, нет, все, нам надо поговорить, накурить, выпить. Рюмки брать? Брать! Или из граненых? Да, стакан давай. Нет, я не могу. А я могу. А ну, ты повезешь, а я могу. Мы пиццу привезли еще тут на всякий тортик, салатики. Но это мама говорит уже все без камер все. А что пить будем? Давай покажем людям. Посмотри в холодильник. Что там? А у нас киюторн. Обожаю. Да не дёргай же ты там. Это такая вкуснотища. Это такой... Проходи, Вась, проходи. А ликёр вот это типа яичный. Или кофейный, или что-то. Это не, очень. А чей он? Что-то я не... Это не... Он яичный, а что-то он нет, так... Нет, не яичный, подожди. Это айриш, виски. Фрешки. Сливочные, что-то свежие какая сливки это... с виском. С висками. Вискас. Вася, это вискас. Вискас. Вискас в общем, со сливками. Со сливками. Вискас со сливками. Ой, какой салатик у нас, макароны, что было. Так а ты же вчера стояла напротив. Стояла, я думала, я смотрела на них. Тортик. Мне они показались коровы. Хорошенькие. Так, и пицца. Пицца моя любимая, 3 вида сыра. Да шо ж такое? О, уху. Вася, о, нету лампочки одной. Я... Пока... Так, торт нет. Какой-то кирью купимо. Вот это. Мы уже дома. Но прежде чем мы сейчас с вами продолжим, я бы хотела обратиться к одной из наших давнишних зрительниц, к нашему другу, к Ланочке Монаховой. 9 марта у нее день рождения. От всей нашей семьи, от меня лично, от мамы, мы поздравляем прекрасную женщину, умную, красивую, интереснейшего собеседника с днем рождения. И мама лично просила передать вам слова, что Валентина вас тоже поздравляет, желает вам любви, счастья, крепкого здоровья. Будьте счастливы, Ланочка! Ну, а сейчас мы продолжаем наш Сабантуй. У нас вот здесь какое-то вино. Вася, что за вино? Кинзмараули, он откуда? Дядя, с Кипра? Дядя Були. Чё? Дядя Були. Чё? Этому столику больше не наливать. А, ты же еще не пил. На, клубничка у нас. Бутербродики с красной рыбкой, с красной икрой. И будем любоваться на тюльпаны и болтать между собой. А потом я вам кое-что хочу рассказать. Муж пока ушел, хочу вам рассказать. Сегодня день какой-то, слушайте, я не знаю. Не очень. Не важно. В общем, никаких, не без эксцессов. Он просто не хочет, чтобы я рассказывала вам, а я расскажу.
цветы, клубнику покупал, я вкратце. Короче, обсчитали его и в цветах, и обсчитали, когда он покупал клубнику. 2 евро на цветах его обсчитали, и с клубникой тоже несколько евро. В общем, короче, не очень приятно, знаете. Не хочет особо, чтобы я рассказывала, как бы, но все равно я не про то, что там, а ну, неприятно, знаете, вот в такие дни, когда праздничные, как-то получается так, что навариваются, да, люди, ну, продавцы или как это вот говорят, что это вот когда вот всегда навариваются, это то, что это неправда, ну, вот как бы правда. Сегодня вот он столкнулся с этим. Я как-то, честно говоря, никогда вот это вот не пересчитываю, не смотрю там на весы, ни на что, у меня это так. Меня, наверное, обсчитывают еще то. А он смотрит, он считает, он понимает, как ты все. И так это, знаете, по пару евро с одной позиции, то... Ну, короче, какой-то сегодня день такой, я не знаю. Ну все, все, будем пить вино и думать о хорошем. Вот, а вино сегодня... Кинзмараули, ой. Вино Кинзмараули, какое-то оно немножко другое. И клубника, но это я уже, кажется, пока. Я уже, кажется, повторяюсь. Все равно приятно, но вот сегодня как-то увидела людей немножко с другой стороны. И не только там, как бы там, ну не хочу так. Здесь я уже не хочу на канал, что... Да, люди бывают разные. И отношение к празднику разное, и как-то так все. Как-то так все сегодня так. Но, наверное, это всегда было. Ну, как-то в праздничные дни вот это особенно обсчитывают. На, Вась, давай пить это вот мараули. Клубничка. Сейчас эти звуки наливания в бокал. Обожаю. Не просыхаем, в общем. Какой тут вес? Вообще, о чем речь? Я обожаю вот эту открывашку. У него любимая открывашка. Очень любит вот эту штуку для она, открывания. Она штопор, короче. Премиум класс. Ага. Открывается. Даже ребенок может открыть. Вася, что да. За сравнение? Я просто говорю, например, нехорошие. Нехорошие вдруг. Сравнения. Видишь, никаких усилий не надо прилагать. Буквально никаких. О, но это самое хорошее, что никаких усилий. У нас с тобой только так недавно было. Только 5 марта, годовщина. Только мы все это так вот сидели. Видишь, что-то у нас сыра нету. Я как-то... А, у нас же сыра много с Кипра или с Мальты. Откуда-то пойду искать. Ах уж... ох уж эти звуки. Поздравляю с 8 марта. Ура! Поздравление от Василия. Сдержанно, скромно, по-мужски. Ой, девочки, главное... с нашим женским днем. Главное, Вася, главное. Больше не, главное не говорить, главное больше делать. Да, вот это правильно. А это про, как раз про Василия. Вот он немного говорит, хотя, прожив со мной, 27 лет он стал. Ты попробуй. Нет, даже сколько лет. Ты попробуй. Даже я посчитаю, я сбила сколько. Ты попробуй. Ну? Что-то другое, вот так еще такое... Оно лучше. Да, это вообще что-то. Кинзмараули, Кинзмараулю рознь. Это вкуснее марауля. А что это? Я такой, кстати, этикетки не вижу, поэтому я такой да, не вижу. Да, это этикетка. Дидибуля. А, так ты не... Я думал, ты дурак. Я думал, ты придуриваешься. Там написано так. Прости, господи, слушайте, какой-то хороший... Так, я что-то говорила умное. Ты выпей, а потом скажи. Оно само придет. Мысли. Это у тебя придет, а у меня ушла и все. Надо мысль думать. Когда ты она пришла, надо ее думать. Да. А ты не думаешь, ты да. Сразу ее говоришь. Поэтому ты забываешь. Не, Вась, меня так не выйдет. Ну что это вот такое? Что? Ну что, вот люди на нас смотрят, вот и что? Ну скажи, что ты поздравляешь всех. Я поздравляю всех. Всем желаю. Всем желаю. Маркиз принести сценарий. Сцена. Да не как ли.
газету положи сценарий. У тебя сценарий должен быть в голове. Да. А в голове пусто. Чего? Голова предмет темный, исследованию не подлежит. Какое рубиново-красное. Так, реклама алкоголя. Алкоголя. А может это сок? Да, может. Виноградный. Да, кстати, между прочим, любое вино в какой-то мере виноградный сок. Так что... Забродивший виноградный сок. Да, так что вообще мы все трезвенники. Клубничка. Девочки, угощайтесь. Так, и что здесь? Почему ты у папы начинаешь рыбу лямзить, а? Да он не лямзит, он просто нюхает. Ага, там, где нюх, считай уже все. Раз нюхнул, значит уже все. Розенький, розенький, ты к папе, конечно. Что же угостит, конечно. Да, надо быть поближе, поближе к народу, правильно. Клубника стала лучше, так как та еще хрустела. А чья она, Вася? Не знаю. Греция вроде бы. Так кажется мне. Меньше хрустит уже не как огурцы. Да. Сколько килограмм стоит? 8,90. Так, это вина, у тебя в холодильнике, что ли? Ой, ну, маркиз, ну, можно мне? Можно мне? Маркиз, ты заблокировал мне всю эту самую, весь этот фуршет. Маркиз. Он поздравляет всех дамочек. Поздравляет всех, поздравляет, да. Да, он еще вчера за компанию поздравил всех. За компанию, да? В дешевом магазине Tess Peapod купили ассорти из зефира. Какой-то розовый, белый крем-брюле. Муж не любит зефир, потому что говорит, что это кислятина, то, что продается у нас. Здесь я прочитала Санкт-Петербург. Девочки-мальчики, какая это вкуснотища! Боже мой, стоит копейки. 2, по-моему, евро или евро 8, что-то вообще. Очень дешево, безумно вкусно. Рекомендую.